привет! Праздники на 18 января. В этот день Русская Православная Церковь отмечает Крещенский Сочельник. Крещенский Сочельник – это вечер приготовления перед большим православным праздником, который называется Богоявление Господне или Крещение. И еще День революции в Тунисе. День основания города Лимы в Перу. 18 января в народном календаре Крещенский Сочельник. Голодный вечер. Накануне праздника люди постились. Поэтому он и называется Голодный вечер. Именины в этот день отмечают Григорий, Евгения, Иосиф, Лукьян, Матвей, Полина, Роман, Семен и Сергей и Татьяна. В этот день еще есть знаменательные события. В 1535 году основан город Лима, будущая столица Перу. В 1825 году в Москве состоялось открытие Большого театра. В 1901 году открылось первое кабаре в Берлине. В 1926 году премьера фильма «Броненосец Потёмкин». В 1943 году, день прорыва блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. А в 1964 году американские врачи призвали Конгресс обязать сигаретные компании писать на пачках о предупреждении, что сигареты опасны для здоровья. И родились в этот день, в 1689 году, Шарль Монтескье, французский просветитель, правовед и философ. В 1882 году Алан Милн, английский писатель, сказочник и поэт. В 1901 году Иван Петровский, советский математик, академик. В 1904 году Борис Бабочкин, советский актер и режиссер, народный артист СССР. А в 1943 году Владимир Федотов, советский футболист, российский футбольный тренер. А в 1947 году Такеши Китано, японский актер и кинорежиссер, писатель и телеведущий. В 1962 году Тамара Грацители, советская, грузинская, российская певица, народная артистка России и Грузии. Сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если вы хотите узнать подробнее о празднике, пишите в комментарии.